Давай, Гедор, тяни, тяни, тяни! Тянем, 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 тянем. Зацепа нету. Ноль зацепа просто. У меня же дрифтуха. Давай, 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 разгоняемся. Блин, чуть-чуть я пошел в разгон. Димон, качается. Ничего, качается. Вот на веревку, да, какую-нибудь? Давай, 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 пилим, 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 пилим. Давай, Гаскута. Ой, 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 ой. Сейчас чувствую, блюхнет. А ком сел, мы на нем уже давно летаем, поэтому тут как без вариантов. Ну, короче, GTR можно унести на квадрике. По весу проходит, так что если хотите вот на таком 250-м без проблем телепортировать через забор. Так, 3S, давай. Давай, 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 давай. Ну, опять слив. Давай вверх пробуй. Ага. Все понятно. На 3S тяги квадрика не хватает. Не может утянуть.